Я думаю, новогоднее настроение сквозь это пробирается уже. Год Амины. Мой год сейчас будет. Поняла, типа свинья? Угу. А ты вообще на самом деле год лошади. Да? Что? Да? Как вы понимаете, в Макдональдс мы пришли не просто так. Боюсь. Но сделать это масштабно. Я уже начинаю играть в монополию. Улица Щусева. Я тоже играю в монополию. Мы потихоньку начали оформлять наш заказ. Само собой, мы выбирали все пункты меню, которые участвуют в монополии. Мы заказывали потихоньку, потихоньку. И в определенный момент у нас вылезла сумма в 77 тысяч. Но мы не собирались останавливаться. Капец, чувакам делать нечего. У вас опять заказ на 1000, да? Нам уже готовится. Спасибо. Сразу, как нас спалили с очередным рекордным заказом, ребята на кухне приступили к работе. Ну а мы, в свою очередь, сразу же после оплаты отправились в следующий ресторан. Капец. На 50 тысяч. 50 тысяч? Запустили в работу еще одну кухню Макдональдса и поехали в третий ресторан, где сделали самый большой в мире заказ. Так как все уже меня запомнили, и каждый раз, когда я прихожу в Макдональдс, все понимают, что я сейчас буду покупать очень много еды, поэтому вместо меня сейчас пойдет закупаться Макс, а Никита снимет реакцию продавцов. Офигеть. Короче, мы сегодня самые крутые, да? Разбил все рекорды. Я помню, в шоке был. Капец там чел. У всех сразу же начало подниматься настроение. Все веселились, радовались. Почти все. Все, кроме этого парня. Капец. Ты представляешь, что нужно было заказать на 24 тысячи? В общей сложности заказ вышел на 500 тысяч рублей. В какой-то момент мне очень грустно от того, что я потратил такие деньги. А в тот же момент я понимаю, что мы делаем безумные вещи, чтобы вам было это интересно смотреть. Подписывайтесь на канал. Вы дебилы, вообще я в шоке. Больше подобного безумного, неадекватного контента, он потратил больше, чем получил? Тогда подписывайтесь на канал, в 2019 вас это ждет. Уже очень скоро будет перезагрузка Mamix 2.0. Бомба! Бомба! Прошло 6 часов, нам позвонили со всех Макдональдсов и оповестили о готовности заказов. Ну и мы сразу же поехали забирать свой гастрит. Кто-то спрашивал, как они это повезут, вот пацаны. Пока. Приезжайте, ждем вас снова, все будет круто. Роня, камеру. Хочешь есть? Хочу пить. Ладно, погнали скоро. Да, смотрим. Капец. Знаете, ребят, буквально 2 недели назад я снимал видеоролик тоже про монополию. И в нем я говорил, что это самая масштабная проверка. Кто бы мог подумать, что через 2 недели я сделаю то же самое, только в 10 раз больше. 500 000 рублей. Именно офигеть. Эту сумму мы потратили на этот эксперимент. Давай, и я там искренне надеюсь, что мы что-то можем выиграть. Я решил это сделать не потому, что мне некуда девать деньги, а потому что мне на самом деле интересно, возможно ли в чем-то подобном выиграть. Хоть что-то ценное. Я ни в коем случае не рассчитываю типа на то, что чуваки вот так покупают, да, типа, это специально, короче. Оказывается, сотрудники знают, в какой ты... В какой выигрыш. Не поняла. Сотрудники Макдональдса знают, в какой упаковке выигрыш. Почему? Не знаю, так сделали. Ты уверена? Ага. Откуда? С чего ты? Вот знаю, мне так сразу рассказала. Вдруг Макдональдс работает. Капец, представляете? Сотрудники знают, как, где выигрыш, и, короче, им, типа, нельзя участвовать. По факту они могли бы друзьям, типа, дать. Может быть. Может, как-то соглашается, короче, хз. Что я выиграю квартиру или машину. Я надеюсь на то, что мы выиграем хоть чуть-чуть полезное. Как хотя бы электрический самокат. Ну, ё-моё. Нет, хотя бы поесть, чуть-чуть. Давайте проверять!
И я, как всегда, открываю торжественно первый стикер. Улица Нагатинская. Ура! Мне кажется, они уже наизусть все улицы запомнили. Тошнит от всего этого. Какие-нибудь эксперименты, которые стоят под сомнением, где результат вообще нифига не известен, я все время спрашиваю мнение. Интересно, почему он бездомным потом эту еду не раздает? Ты бросила? Ну, не знаю, ну типа, ну да, куда ее еще девать? Они выкидывают. Мнение, ребят, вот как твое мнение? Что они будут вот так по улице не стоять бездомным? Я их понимаю. Выиграем мы что-нибудь. Как-никак купили 5000 стикеров. Я думаю, мы выиграем путевки на всю команду, чтобы слетать куда-нибудь отдохнуть на новогодние каникулы. Наивный дурак. Электрический самокат. Очень сильно. Я там недавно выиграл пирожок с вишней, пишет. Я выиграл пирожок. Таймельни! Ну, что ты там думаешь? Судя по тому, что мы никогда не выигрывали ни в каких промо-акциях, я думаю, мы опять ничего не выиграем существенно. Ну, замахник. Ну, ты и козел. Портишь весь настрой, Евгений. Мне кажется, в конце эксперимента у нас, как минимум, у каждого будет пожизненная подписка на киносервис Мегого. Дабы наглядно показать шанс выигрыша в монополии Макдональдса, я просто покажу вот это. Из картошки фри я выиграл картошку фри. А ты, Андрей? Кстати, это годно. Забрал картошки, знаешь, еще захотел. Угу. Пошел, бесплатно взял. Потеряли пол ляма. Самокат? Да. Самокат? Да ладно. Стоило мне сказать о том, что это бесполезная трата денег. Серьезно? Выиграл электрический самокат. Один электрический самокат от сервиса Юлай. Угодно. Да! Я потерял! Ты... Ты взял, ты толкнул меня, она упала. Чем не больше надо нет. На меня все спирать. Самокат пропал. Идем. Не, ну это в это очень тяжело поверить, но спустя не так много времени мы практически ничего не вскрыли. Но мы смогли выиграть один электрический самокат. Вот Максим оторвал тот стикер. Что ты испытывал, Максим, в этот момент, пока открывал этот стикер? Я думал, что я выиграю еще одну картошку. Внутри что-то переключилось, я теперь с большей надеждой срываю эти стикеры. Сегодня, кстати, монополия закончилась. Ищу что-то важное для меня. Дорогое. Я нашел стакан с посланием от работника Макдональдса. Это сердечко. Я надеюсь, что в этой наклейке что-то годное. Давайте посмотрим. Прикинь, там это... Порция картохи. Это тебе, Максим. О, спасибо. Прикинь, там машина была бы. Вообще было бы весело. Ну, не по машине какие-то. Чё? Первый раз за сегодня выиграл чизбургер. Поздравим, Максим. Я могу потом всю жизнь бесплатно. А что-нибудь найдем? Что-нибудь обязательно найдем. Сейчас осталось найти машину и квартиру. Немного осталось. Амина, хочу видеть твоего лица на стриме уже год. Бедняжка. В прошлый раз я очень сильно надеялся на то, что мы что-то выиграем такое ценное. И этого не произошло. Но я очень надеюсь на то, что Макдональдс, ну, у них есть, по крайней мере, совесть. И все-таки можно что-то выиграть. Ну, вот уже Максим выиграл электрический самокат. Ты думаешь, это уже очень круто. Ну, правда, не за 500 тысяч. Мы хотим четырехколесный самокат Шкода. Ничего. Короче, тебе не везет. Так. Куда они складывают? Куда они все перебирают? Не, я не про стаканчик. Итак, ребят. Уже 4 утра, и все это время мы спасибо, Милена! Если честно, очень спасибо, хочется взаимно. Спать, но стикеры не ждут. Да и к тому же у нас действительно появилась мотивация. Мы можно, поверили конечно. В то, что действительно можно что-то там найти. Если мы смогли найти самокат, в теории, значит, там есть и квартира, значит, ее мы сможем найти. К тому же у нас очень большая вероятность, что это произойдет, потому что все-таки 5000 стикеров, ну, это очень много.
кажется, они уже наловчились их снимать. Капец, мне интересно, куда они делают вот это все. Вот будет просто. Так издевается, не знаю. Самое частое это вообще... Ты уснул, маленькая? Я не спал. Что ты делал? Я концентрировался. Спасибо большое, Джак. Джак, спасибо, я помню тебя. Говорит, ебать, с прошлого года тебя не смотрела, аж соскучился. С прошлого года тебя не смотрела. Да. Зая. Каждый раз, когда мы начинаем снимать подобные эксперименты, все так начинается круто, весело, типа, прям сейчас 100% что-то будет. А под конец все уходят с грустными лицами. Улиц много и всего один самокат. И больше ничего полезного. Ну что, ребят, могу сказать, что проверка начинает подходить к концу. В общем, осталось примерно пакетов 10 с различными продуктами, где еще остался стикер Монополии. И, по всей видимости, все. Скорее всего, единственный наш приз – это один самокат. На 5000 стикеров прилагается один самокат, представляешь? Капец. И такое. Угу. О, водичка. Как вы понимаете, мы закончили проверять абсолютно все стикеры. Капец. И если за все это время никто не обрадовался, очевидно, мы ничего не выиграли. Капец, жалко, да? Наступил второй день Монополии. Полные банки стикеров, которые мы вчера наполняли весь Спасибо. День. Спасибо! Сегодня коды, которые написаны на Сделаю. Стикерах, нам нужно вводить на сайт. И уже завтра мы узнаем, сможем мы что-то выиграть или нет. Для вас это, конечно, будет ближайшие пару минут, пройдет без какой-либо интриги, а у меня вот задница сжимается, и я вот прям искренне надеюсь, что все-таки что-то мы выиграем. Я бы не отказался от квартиры в Москве. Да и, в принципе, просто от квартиры. Вводя стикеры на участие в конкурсе на суперпризы в Макдональдсе, у нас снова появилась какая-то мотивация. Будто бы вдохнули глоток свежего воздуха. Но длилось это очень недолго. У меня немного сломался сайт, и при вводе следующих стикеров мне пишут, что-то пошло не так. И я сейчас буду звонить в службу поддержки. Компания Макдональдс желает вам счастливого Нового года и Рождества. Я когда ввожу следующий стикер, мне пишут, что-то пошло не так. Да. Да. Улицы. Формат, значит, скриншот ошибки. Оригинал стикера. Угу. Ваше фамилия, имя, отчество, почта, сегодня которой можно будет с вами связаться, и номер мобильного телефона. Угу. В течение сегодняшнего дня будет рассмотрена данная заявка. Еще, в общем, у нас очень много стикеров. И я вот думаю, мы это успеем все ввести. 5000 стикеров. Да, у нас около 5000 стикеров. Охренеть. Да. Так, одну минуту, пожалуйста, сейчас веточки. Охренеть. Прошел диалог с поддержкой. У нас у всех заблокировали аккаунты. Как только мы достигали 90 активированных стикеров, на любом из аккаунтов нам сразу же ограничивали доступ. В итоге мы сделали все, как нам сказали, и нам не помогло. Здравствуйте, Монополия Макдональдс, меня зовут Рик. Смотрите, буквально вы только что звонили так, что... Да, мы перезапустили приложение, это ничем не помогло. То есть продолжается такая ошибка, все правильно? Да, совершенно верно. Смотрите, значит, потребуется отправить на нашу почту обращение для обратной связи в пути. У нас 5000 стикеров, и нам их нужно как-то успеть ввести, потому что завтра же это все заканчивается. Да, я вас понимаю, только так это возможно сделать. Охренеть. А как нам... Смотрите, у нас же 4 аккаунта, и каждому человеку только отправлять вот так, и все. У нас просто не с каким-то конкретным стикером возникла проблема, а с, вообще любой стикер новый вводишь, и ничего не получается. Для проверки даже аккаунта потребуется отправление ваших данных в этому аккаунту. А можно как-то просто... Да неправда, я стирала маску с прошлого года, скажи, я стирала. Сегодня стирала вообще-то, реально. Спасибо, Жак, спасибо, зайчик. Прошлого года спасибо. Нет, я понял, но если мы сейчас отправим данные, то можно как-то этот процесс ускорить, потому что, боимся, что... Спасибо. С помечанием срочно поставим.
Хорошо. Я могу чем-нибудь вам помочь? Думаю, нет. До свидания. Ну, попробуем. До свидания. Всего доброго, до свидания. Какое чё? Я точка забыл. Ты няша. Ну и, само собой, мы сделали все, о чем нас просили. Ну что, ребят, 12 часов ночи. Мне пообещали, что ответят мне максимально быстро, вот прям с пометкой «сверхсрочно». Но попросили обязательно написать на почту. Я сразу же написал, все данные предоставил. Прошло 7 часов, и мне никто так и не ответил. Компания «Макдоналдс» желает вам счастливого Нового года и Рождества. Здравствуйте, Анатолий Макдональд Владимирович. Спасибо, Тендер. Здравствуйте. После чего я позвонил вам. Вы сказали, что с этой ситуацией кто-то разберется. Попросили меня написать на почту. Я написал, потом еще раз позвонил. Потом еще раз написал. Мне сказали сделать то-то, 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 то-то. Я все сделал. Да, вижу, ваше обращение сейчас находится. Спасибо. Данный вопрос все еще решается. Но сегодня до конца дня вам нужно будет предоставить ответ. Ой, спасибо, NVIDIA. Вы чего, блин, меня балуете? Спасибо, зайчик. Спасибо, солнышко, огромное спасибо. Чмок. Спасибо. Потом я резко должен ввести 4300 стикеров. Итог. 30 декабря. Монополия закончилась 3 дня назад. Суперпризы уже давно объявлены в прямом эфире. Вот они. И что вы думаете? Макдональдс мне так и не ответил. Офигеть. Вот, собственно, мое последнее сообщение за 26 декабря, и больше здесь ничего нету. Видимо, все-таки поддержка Макдональдса с пометкой «срочно» не шибко-то и торопится отвечать. Так вот, что я хочу сказать. Мне кажется, либо Макдональдсу стоит задуматься над тем, как у него работает поддержка, либо всем стоит задуматься над тем, как работает Макдональдс. Ну, собственно, и все. С призов я, конечно, ничего не выиграл. С 5000 стикеров я выиграл только один самокат, а поучаствовать в суперпризах мне даже и не дали возможность. Я активировал чуть больше 600 стикеров на 7 аккаунтах. Вот так вот. Всем удачи, меньше играйте в лотереи, и всем пока. Капец, реально. Просто наебали чисто парня, как лоха, знаете, развели. Капец.